Александра, стану для вас специально. Con este tango que es burlón y compadrito, se a todos alas la misión de mi sueño. Con este tango las del tango y como un grito, salió del sólido vaya buscando el cielo. Con un extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más fe que su esperanza. Mezcla de rabia y dolor de fe de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo vital. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las palmas y las velas. Luna en los charcos, canching en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer al evocarte. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo. Yo veo el rezongo de mi pasado, hoy que no tengo más a mi madre. Siento que llega en punta pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Las
baldosas de un bailongo, cuando tu canto nace al son de un bandoneón. На самом деле, аргентинская танго считается сейчас одним из самых популярных танцев. Недаром все звезды нынешние в нашем кино и в западном кино стараются освоить этот танец. Еще одна песня, еще одна ремарочка нашего сегодняшнего вечера. Аленушка с песней «Минус 140». Нет. Спасибо. Спасибо.
сразу же возникает вопрос, живы ли его родственники. Ну, во-первых, Теренков-Кур, по которому вы спускались, это была дорога, по которой ездили за водой, поэтому она такая широкая и удобная. Сохранилась вот эта кипарисовая аллея. Виноградники, конечно, не сохранились. Я вам говорила, вот где подвал расположен. Мне задали вопрос, а есть ли тут таинственная история? История, конечно, есть, потому что, когда сюда приехал наш директор, это все было заброшено, это был склад в советское время уже, ну, естественно, во времена тяжелые для России. И ей снится сон в один из февральских дней, что снится Николай Павлович, он пришел и говорит, вот у меня тут рушится дом, а ты спишь. Вот, быстренько утром подняли рабочих на крышу и увидели, что оторвался кусок покрытия, и все это заливается внутрь, соответственно, пострадали перекрытие, но дом успели спасти. Ну и вообще, когда у нас здесь вот проходят службы, мы приглашаем и батюшек, и уже в наше время мы можем похвастаться тем, что здесь были известные люди, потому что когда проходил фестиваль, на этом инструменте играла Екатерина Немирович Данченко, приезжала из Франции, здесь преподавали детям, здесь занимались дети флейтисты. Я говорила, что девочка выступала в Италии, теперь уже знают. И как говорит отец Артемий, светлый образ Петрова здесь присутствует. Вот. И даже когда дети фотографируются на лестнице, какие-то вот показывают нам тени, которые остаются на этих фотографиях. Он здесь жил, конечно, да, он здесь жил. И я думаю, не случайно этот дом сохраняется, потому что вот эта атмосфера, она и, я думаю, и вы ее почувствовали благодаря нашим участникам концерта. И все это ощущают и чувствуют, это место волшебное, что все, оно притягивает сюда людей. И мы надеемся, что мы дальше будем развиваться. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое, Наталья. Спасибо. Спасибо. Всегда очень необычное. Мы стараемся вот эту изюминку оставлять на закусочку.